Слон-живописец написал пейзаж. Но прежде чем послать его на вернисаж, он пригласил друзей взглянуть на полотно, что если вдруг нехорошо оно. Вниманием гостей польщен, какую критику услышит он? Не будет ли жесток звериный суд? Низвергнут или вознесут? Ценители пришли. Картину слон открыл. Дальше встал? Кто подошел поближе? Ну что же, начал крокодил. Пейзаж хорош, но Нила я не вижу. Что Нила нет? Кто нет? Большой беды, сказал тюлень. Но где снега? Где льды? Позвольте, удивился крот. Есть кое-что важнее, чем лед. Забыл художник огород. Пожелания принял слон. Опять за краску взялся он. И всем друзьям по мере сил слоновьей кистью угодил. Изобразил снега и лед, и Нил, и дуб, и огород, и даже мед на случай, если вдруг медведь придет картину посмотреть. Картина у слона готова. Друзей созвал художник снова. Взглянули гости на пейзаж и прошептали: «Ералаш! Мой друг, не будь таким слоном. Советом следуй, но с умом на всех друзей не угодишь. Себе лишь только навредишь».